Первым делом стариваем, значит, стариваем ящик. Старили ящик и идем собирать грибы. Тут у нас целиком и полностью, как всегда, грибная сказка. Посмотрите на красоту, которая у нас здесь. Обязательно сейчас нужно уже собрать то, что здесь понарастало. Такие вот примордии слабенькие. Это из-за того, что уже какая-то волна уже четвертая или пятая, может быть. И вот они такие не крупные. Ну, вот есть такие и красивые. Вот такая у нас тут, как всегда, грибная сказка. В общем и целом это все выглядит вот приблизительно вот так. Ну и возьмем из другого ракурса. Ну, приблизительно вот эти сростки. Ну, вот такого размера, как если взять ладонь, то приблизительно вот где-то такого размера. Вот здесь. Немножко такой туман в самом помещении. Это из-за спороношения самих грибов, потому что они уже переростки. Вот, видите, края вешенки уже начинают полностью разворачиваться. Это уже сигнал к тому, что ее нужно собрать скорее. Она не то, что скорее, она уже спороносит. А мы сейчас пойдем собирать уличные грибы. Те, что выросли у нас на тюке на улице. Ну, как хотите, можете относиться к этому явлению. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, в принципе, если есть результат, то значит и явление оправдано. В любом случае, из этого тюка я не более чем уверен, а я просто вам гарантирую, что на протяжении где-то полугода до самой зимы, сейчас весна, сейчас май месяц только начался, вот, и до самой зимы мы будем на нем собирать вешенку при таком объеме. И о чем я вас буду информировать. Сейчас я соберу это в ящичек, и мы пойдем взвесим, что у нас из этого получится. Ну, вот такой получился у нас общий результат. Цвет грибов определен тем, что они растут на улице. Поэтому, видите, темно-коричневый, скорее, такая окраска. Значит, ну, вот такого размера приблизительно. И это штамп P80. Идем его взвешивать. Сейчас взвесим, сколько здесь. В общем и целом у нас имеется вот такой результат. Три килограмма 275 грамм. Это при размере и весе тюка соотношение. Я не знаю, сколько он сейчас весит. Ну, килограмм может 15. Не знаю, трудно сказать. Вот. Но, конечно, в принципе, такой результат, вот 3200, это фактически из двух 6-килограммовых блоков, по 6 килограмм двух маленьких блоков, можно собрать столько же грибов, сколько из этого большого тюка. То есть абсолютно большие такие размеры, неоправданные. Ну, в общем и целом, эксперимент имел место, чем я с вами и поделился на канале Funny Mushroom School. Привет!